Тренажер фирмы MV Barbell, жим вверх стоя, на плечи. Первое упражнение в этом тренажере выполняем стоя. Имитируем военный жим. Опускаем, берем одной рукой и более концентрированно делаем на правое плечо. Меняем руку, точно так же более концентрированно делаем на левое плечо. Меняем положение руки, берем обратным хватом и делаем более концентрированно правую руку на переднюю часть плеча. Теперь делаем на левое плечо. И точно так же берем двумя руками обратным хватом и делаем на оба плеча. Работает более концентрированно передняя часть плеча. Меняем положение, встаем спиной, берем и поднимаем вверх до конца. Нагрузка идет на переднюю часть плеча. Опускаем одну руку и более концентрированно делаем на правое плечо. Опускаем правую руку и более концентрированно делаем на левое плечо. Немножко приседаем, берем в этом положении, у нас здесь средний пучок плеча, опускаем и более концентрированно делаем на правую руку, опускаем правую руку и более концентрированно делаем на левую руку.